Привет, мои любимые. Доброй, божественной ночи. Сижу, наблюдаю свои мысли, как у меня ум запрограммированный. Не знаю, сколько времени, наверное, час. Ночи. Значит, 19 число сентября 2023 года. Я на кухне готовила еду часов, наверное, в 11. Потом там все мыло. Вот, потом взяла Хуриту, пошла гулять. И вот пришла. И так зашла. Бусю, потому что окно открытое. Положила там сзади на телевизор. В эту овчиночку, в тепленькую. И накрыла ее тоже тепленькой овчиной. Потому что мы с Юлькой перед тем, как идти с Хуритой гулять мне. Мы Бусю напоили, накормили. Ну, все как положено, все как врач говорил. Тут вот собачка воет, она за нами пришла с Хорой. Где-то прям под этим, под вот этим карнизом ничего не видно. Вот, и я пришла, подошла к Бусечке. А она уже ушла в другой мир. И я сижу, наблюдаю свой ум. Он сразу начал у меня выбрасывать воспоминания, как я ее зимой, когда нашла на улице беременную и больную, как я ее взяла на ручки, что я почувствовала, как она на меня смотрела. И я наблюдаю, что мне грустно. И приходит осознанность, что это грусть от того, что меня так приучили, что ли, понимаете? Потому что все так делают, делали. Ты что там воешь? Когда мамочка ушла, мне было грустно. Когда братик мой ушел, мне было грустно. И откуда это идет, мои любимые? Из вон она там собака. Не знаю, если видно вам, наверное, не видно. Из эгоизма, что, например, братика я любила, я с ним игралась. Он был маленький такой, голубоглазый, красивый. Мамочку я тоже очень любила. Мне с ней было очень хорошо, защищенно. Я была счастлива, что она рядом, всегда поддержит, всегда объяснит, всегда поможет, всегда пожалеет. С сестричкой тоже было хорошо, когда не стало мамы, была рядом только сестричка. И когда она ушла, тоже было очень грустно. И приходит осознанность, что это все только из моих удобств. Понимаете, мне было вот удобно, приятно, и я не хочу это терять. Мне не нравится терять это. Но я же и не теряю. Все это осталось со мной. Вся их любовь осталась со мной.
Я не теряю, только мой ум все это присваивает и говорит, что все, этого больше нет, они ушли и так далее, и так далее. Но их любовь, она же со мной, я расширилась и вобрала в себя это все. Самая чистая, самую безусловную настоящую любовь. И они никуда не ушли, потому что они вечные все и бесконечные, потому что они все проявления Бога. А только мой ум подкидывает всевозможные недовольства, эгоистические. И даже если они в других измерениях, они все равно все единый Бог. И возможно, даже они чувствуют, что я там грущу и переживаю, и там что-то. Зачем? Вы знаете, когда я шла гулять, с Хорой собиралась. Я смотрела на Бусю, мы ее вот только-только накормили, напоили. Я ее положила там на телевизор, потому что тут на диване, чтобы ей не дуло из окна, не было холодно. Там положила сзади в уголок. И она на меня так смотрит. И я ей сказала спасибо. Вот за весь опыт, который она мне дала. Благодаря ей я многое почувствовала. И в первую очередь себя. Что я есть. Что я сострадательный человек. Что я умею любить безусловно, не за что-то, а просто так. Что я могу быть нужной. И когда я ей говорила спасибо, я как будто увидела, что она мне тоже сказала спасибо. И поэтому я вижу как-то вот не глазами, не чем-то совершенно другим, что абсолютно не стоит грустить. А все божественно, все просто происходит. А грустно только моему уму. Которую вот я сижу и наблюдаю вне времени, а он остается ограничен временем, какими-то желаниями, требованиями и так далее. А я до всех желаний, до всех недовольств, до всякой грусти. Я бесконечное и вечное, трансцендентное и божественное творение. Люблю вас, мои хорошие. Всем божественного времени суток. Спасибо, что вы есть.